Дніпрі продовжується реалізація унікального за масштабами соціального проєкту «Університет третього віку». Цього навчального року, який для багатьох учасників проєкту «Слухачів» унікального для України університету став вже 10-м поспіль, проєкт продовжує не тільки невпинно розвиватися, але й дивувати. З 2009 року. Тогда это был проект «Университет третьего поколения». Сейчас перерос в 2018 году в достаточно мощный не проект, а уже мощную программу, которую поддерживает и ведет все эти бессменно все эти годы университет имени Альфреда Нобеля. В этом году были проведены занятия в весеннем и осеннем семестре для слушателей. Посетили эти занятия более 3000 из общего числа слушателей университета. Практически более 3000 слушателей были на занятиях в университете. Я имею в виду суммарно. И получается, что люди, которые начали заниматься в 2009 году, продолжают быть студентами и слушателями университета имени Альфреда Нобеля. Они приводят сюда внуков, они привели сначала сюда своих племянников, потом внуков. И это цепочка, это преемственность поколений, это первое. Второе, в этом году мы пошли на такой небольшой эксперимент, мы предложили им подумать, какие темы им были бы интересны. И вот по их, будем говорить так, пожеланиям, эти темы подбирались, приглашались наши преподаватели университета и, собственно говоря, разговаривали на те темы, которые были именно интересны нашим слушателям. Если весной состоится открытие весеннего семестра этого университета, то же самое мы попробуем составить программу таким образом на нашем факультете, чтобы все темы, которые будут интересовать и волновать наших слушателей, мы обязательно подберем и наші преподаватели к этим темам обязательно подготовятся. Але незмінність курсу найбільш численного за кількістю учасників в Україні університету третього віку було вкотре підтверджено на закритті чергового етапу навчання. Ми можемо сказати, що цей проєкт став дуже популярним. Це дійсно такий проєкт, який є показовим для України. Ми зібрали уже 7 тисяч слухачів в цьому проєкті. До нас їдуть за досвідом. А в цьому році ми прогреміли на всю Україну нашим наймасовішим флешмобом серед учасників університету третього віку, який відбувся на набережній, танцювальний флешмоб. А цього року ми провели перше битву хорів, коли зібрались хори з усього міста на одній сцені, і це було дійсно таке дійство емоційне, гарне, і провели суперпані, такий конкурс краси серед жінок літнього віку. На хвилинку одній з учасниць було 81 рік. І цього року ми також розширили значно наші програми, які ми робимо, і навчальні програми. І ми, зокрема, 6 тисяч квитків лише видали на вистави в театри. Зі слухачами в найбільшій лекційній аудиторії університету імені Альфреда Нобеля традиційно самовіддано працюють досвідчені фахівці, кандидати та доктори наук. Але за багаторічною традицією діяльність університету третього віку – це не тільки навчання, але й багато цікавих подій, різноманітних проєктів, які розвивають і самі слухачі. Іноді їм буває цікаво просто поділитися з колегами своїми творчими надбаннями. Цього разу слухачам та гостям свята пощастило побачити одразу кілька творчих експозицій. Ми почали ходити з подругами на правовідення, на психологію, а потім сказали, рукоділля є. Ходила на рукоділля. І от, коли осінню це була, нам показали фігурку ангела. Фігурку ангела, зробленого так просто, вроді би, посмотрела. А чому ж самому зробити? Да, пожалуйста, объясняют, как это вот все. Ну, вот, я пришла домой, начала суетиться. А что у меня есть такого, чтобы можно было сделать? Покрутилась. Ну, нет у меня того, что там было. Я начала сказать то, что у меня есть. Придумала. А говорите, чего сделано? Пластиковая пустая бутылочка из-под воды. Обшила вот этой самой. Нет, ну, сначала я магистра сделала. Просто молодой человек, выпускник университета Альфреда Нобеля. Я когда шла, я так и думала. Я его продумала, пока шла отсюда до 5-го троллейбуса. И, значит, вот я его придумала так. Ну, а потом начала потихонечку воплощать. Подбирала кусочки ткани, ленточку вот эту вот.
Ну и воплощение дальше пошло уже. Ну, вы ему придумали и судьбу? Выпускник, он только что закончил. Молодой, худенький, бледненький. Со студенческой ладухи. Ее положила в пакет с печеньем, сажала все. Началось это, в принципе, давно, как говорится. Я была помоложе, и дочь была, как говорится, с золотыми ручками. То есть начала пробовать что-то делать, рисовать, там, клеить. А потом постепенно вот стала пробовать делать более лучшие картины или там, ну, более серьезные картины. Там, ну, картины наши, к сожалению, эти дома лежали какое-то время очень дома. Ну, то есть так делали, а никуда нет. А когда я попала в университет третьего века, да, то мы с Варюхой стали ходить на дыхательную гимнастику, которую ведет Лариса Федоровна Шмалий. И вот именно она, увидев, как говорится, кусочки наших Варюхиных, ну и моих, как говорится, поделок в этих картинах, она стала нам помогать продвигаться вперед. То есть была выставка в горосполкоме, была выставка медакадемии, сейчас вот выставка проходит. И параллельно, значит, мы занимаемся еще скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой. Все это подбадривает, потому что это дает более лучшие, ну, как это, силы, бодрость, да, вдохновляет.